закончил. Long Night Ashes. Извне из дура. Паш, кубики появляются. Та-дам! О, сразу два. Все долго было. Давай, да? В команде наших спонсоров пополнения Джереми Кэббл, ссылка в описании. Каждый победитель отборочной игры получит по какому-то крутому ништяку, ну а финалист получит полный комплект от Джереми Кэббл. У него волосы, как у мужика. И пахнет как мужик, да? Чипается как мужик. Рядом со мной Ярослав, настоящий мужик, представитель студии Triangle. Победитель. Или в зависимости от желаний и воли Ярослава. Получит студийную запись, съемка лайв-клипа в Triangle Studio. Я верно говорю? Мы выступаем за живой звук, за качественную музыку, которую не делают на компьютере, не сводят по кусочкам, не собирают. Мы хотим все вживую. И поэтому мы вот выберем кого-то, кто нам больше всего понравится, и запишем его, чтобы все могли посмотреть. Больше контента в войне контента. Чего ждешь от сегодняшнего вечера? Я даже не знаю, честно говоря, чего ждать, потому что, с одной стороны, может быть очень круто, может быть очень криво и больно ушам. В общем, мы увидим, достоин ли кто-нибудь шагнуть чуть-чуть выше. Рядом со мной президент межгалактических около гигов Серега Собакин. Сереж, как дела? Бесподобно. В прошлый раз ты сколько потратил на концерте? 100 рублей, да. 100 рублей! Это лицо успешного, зрелого мужчины, у которого есть машина, пятерка, копейка, PlayStation 4. 4! И женщин? Одна. Одна женщина! Крестим наших женщин! Около гига клешня! Со мной стоит Алексей Сыч из Королева, админ E-Music Stoner. Здравствуйте, Алексей. Приветики. Леха, я знаю, что ты играешь в группе. Да, есть такая группа, Jam Cruiser называется. Ну и что, как у вас дела? Ну, как всегда, мы стоим на месте. Ты уже ознакомился со всеми участниками в Короле Гига 2018? Ну да, к сожалению, только с названиями в основном. У тебя есть какой-нибудь фаворит, может быть? Ну вот, более мне проспорили кое-что, что в финале будет очень-очень круто. Это был Алексей из паблика E-Music Stoner. Рядом со мной Михаил Серп. Серп, это уже твой второй король гиг получается, когда ты рулишь звуком и будешь записывать команду победителя. Да, это мой второй король гиг. Да, скажи, ты от этого что-нибудь ожидаешь? Да, да. Как ты думаешь, группа победитель распадется? Да, да. Я надеюсь, что нет. Если вы победите, не будьте... Да, да. Мы находимся рядом с посетителями Короля Гига 2018 второго отборочного тура. Добрый вечер. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Павел. Наташа. Павел, Наташа, что вас привело сюда? Мы пришли послушать выступление друга. Он будет третьим выступать. Группа Long Night Ashes. Значит, видимо, не третьим. Так. Ну, огонь же. Ха-х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 а-
Владимир присоединился к CSBR около как год назад и пишет охуительные рецензии на отечественные и зарубежные релизы. Володь, как дела? Ништяк. Я так рад, что мы наконец увиделись. Я так долго этого ждал. Скажи, ты что-нибудь ожидаешь от сегодняшнего вечера? Я ожидаю ништяков. Я ожидаю музла. Я ожидаю, что будет за... Как ты думаешь, вы сегодня выиграете? Да мне похер вообще. Мы просто приехали дать охрененный концерт и познакомиться с охрененными ребятами. Серьезно. Давай, краба. Right.